Это мастер, звать его Петру Попеску. Он проживает в Республике Молдова. И вот такие вот великолепные работы, малые формы, скульптуры, декоративная штукатурка, всевозможные пни, коряги делает этот мастер. У него свой взгляд, свои авторские работы, которые узнаваемые. И уже одна покраска, смотрите, говорит о многом. Этот мастер занимается живописью, настенной живописью. Ну, я думаю, у нее и холсты есть, и эскизы есть, и не стоит вопрос что-то придумать. Вот гляньте, и пенек, и вот, будем, фигурные композиции, грибочки своеобразные, и очень, конечно, великолепная покраска. А это вообще, глядите, какой наворот и сколько интересных идей можно подчеркнуть для себя. Вон, и какие-то заборчик, и курочки, и вот бочечка, и, смотрите, деревянный какой-то, будем говорить, цветочник в виде досок сбитых окованных, бочки, то есть все есть, стаканы, и вот пенечки, цветочники, скобка, с любой, то есть, ну, без разницы, как это делается, важно, что это вот куча деталей, элементов, мелких элементов и великолепная покраска. Вот, будем говорить, фильм о таких вот малых формах, которые делает Петру Попеску у себя во дворе. Ну, это у него, наверное, свой бизнес, он, наверное, продает. Ну, небольшой мини-магазинчик, потому что и сувенирная есть продукция, и вот такие пни, глядите, вот цветочник, как бы двойной пень. Вообще очень оригинальное решение и нестандартное. И опять, ну, видно, что поставлено все на поток. Потому что большое количество работ. Ну, этот мастер раньше был архитектором, ну или-то потом бросил эту работу, перешел на арт-бетон. И вот 2 года он работает, будем говорить, ну, с арт-бетоном, делая детские, делая всевозможные малые формы, сказочные персонажи, там и гномики есть, и опять есть всевозможные подпорные стенки, и забор, то есть, ну, много работ всевозможных, и не только сувениры, и там малые формы, но еще и есть и всевозможные строительные такие композиции, как цоколя, там декоративные штукатурки, входные группы, у нее там есть ступеньки. Ну, я несколько фильмов уже собрал от этого мастера. При желании у меня на канале можно найти там 3 или 4 фильма этого мастера. И там и живопись великолепна. То есть, гляньте, вот задний план, видно, какой декоративная штукатурка, вот и пчелки там, и надписи всевозможные. То есть, ну, и, конечно, шикарная покраска. То есть, у этого мастера большое будущее. Думаю, будем мы еще много видеть его работы. И если за 2 года можно было столько наработок сделать, то, думаю, дальше будет еще больше работы и разных жанров. Вот, глядя, пенечек такой, с ковочкой, цветочники там. И он, я не пойму, тыква с бетона или настоящая тыква. А это вот, глядите, какой оригинальный цветочник в виде сбитых такой тумбы и окованных, будем говорить, окованных ковкой. Ну, в принципе, все ясно и понятно. Смотрите сами, может, для себя какие-то наработки выберите, на какие-то темы, интересные идеи. Я уже интересную идею себе подсмотрел. Может, в ближайшее время там Толик, Зятья или я сделаем интересный цветочник.